красный сигнал светофора, пробки, дорожные работы. Каждый день мы сталкиваемся с ситуацией, когда двигателю приходится работать на холостом ходу, напрасно сжигая топливо. Этого помогает избежать функции автостарт-стоп. Сегодня об автоматической остановке и запуске двигателя расскажем в нашей рубрике. Во время остановок функция автостарт-стоп обеспечивает отключение двигателя. Интеллектуальная электронная система уже вычислила и проверила уровень заряда батареи, а также установила, требуется ли другим системам, таким как кондиционер и обогрев заднего стекла, дополнительная энергия. При отпускании педали тормоза двигатель практически мгновенно запускается. Автомобиль готов двигаться дальше. Система умеет отличать кратковременную остановку от окончательной. Двигатель не запустится, если водитель расстегнул ремень безопасности, открыл дверь или капот. При желании систему автоматической остановки и запуска двигателя можно отключить одним нажатием кнопки. Она будет оставаться выключенной до следующего запуска мотора. Остановка двигателя происходит, если выполнены следующие условия. Педаль газа не задействована. Автомобиль неподвижен или движется со скоростью менее 4 км в час. Когда происходит автоматическая остановка двигателя при помощи системы автостарт-стоп, на панели приборов загорается индикатор. Если при выключенном двигателе нажать педаль газа, двигатель перезапустится через 700 миллисекунд. В определенных ситуациях функция бездействует, например, при высокой наружной температуре или при низком заряде аккумулятора. Стартер адаптирован к повышенным нагрузкам, а аккумулятор постоянно контролируется с точки зрения заряда и износа. И стартер, и аккумулятор при частом включении и выключении мотора подвержены повышенному износу. В некоторых автомобилях вместе с функцией автостарт-стоп реализована рекуперация в бортовую сеть, при которой осуществляется перезарядка аккумулятора преимущественно при торможении, а при разгоне зарядный ток генератора уменьшается, двигателю приходится отдавать меньше мощности для заряда аккумулятора. Итак, при заказе новой машины убедитесь в наличии функции автостарт-стоп, автоматического отключения и запуска двигателя. Она умеет отключить мотор, если вы, например, остановились на светофоре. Основная польза – экономия топлива и снижение выбросов CO2.